Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете о знаменитых турках, есть на моем канале. Шокирующие обвинения появились в адрес знаменитой актрисы Тубы Бюйкустюн. Однако на этот раз новость не удивила поклонников красивой актрисы. Шокирующие обвинения против Тубы Бюйкустюн привлекли большое внимание средств массовой информации. Вот подробности этих претензий. Личная жизнь Тубы Бюйкустюн запуталась. Имя Тубы Бюйкустюн часто упоминается рядом с известными мужскими именами, но в последнее время среди этих имен оно стало привлекать гораздо больше внимания. По мнению репортеров журнала, личная жизнь Тубы Бюйкустюн стала довольно сложной. Говорят, что знаменитый актер состоит в отношениях с известными именами. Говорят, что Бюйкустюн недавно встречалась с американским бизнесменом. Однако в то же время есть сообщение, что он сблизился с известным музыкантом в Турции. Этот сложный эмоциональный треугольник вызвал ажиотаж в средствах массовой информации. Другое объяснение – Туба Бюйкустюн и ее попытка самоубийства. Помимо непростых отношений в личной жизни Тубы Бюйкустюн, в адрес знаменитой актрисы прозвучало еще более пугающее заявление. Некоторые источники утверждают, что Туба Бюйкустюн пыталась покончить жизнь самоубийством в последние недели. Это заявление вызвало большое беспокойство среди фанатов. Однако, по заявлениям ближайшего окружения Бюйкустюн, это утверждение совершенно не обосновано. Известная актриса говорит, что пытается пережить этот сложный период с помощью психологической поддержки и сейчас находится в процессе восстановления. Ее семья и близкие друзья также говорят, что они здесь, чтобы поддержать Тубу Бюйкустюн. Ваша карьера близится к завершению. Личная жизнь Тубы Бюйкустюн и обвинения в самоубийстве могут повлиять не только на ее личную жизнь, но и на ее карьеру. Недавний спад в проектах знаменитого актера и его уход со съемочной площадки в некоторых кругах интерпретируется как конец его карьеры. Однако многие люди и фанаты, выступающие против этих обвинений, верят, что Туба Бюйкустюн преодолеет этот трудный период и продолжит карьеру. Талант и актерский талант Бюйкустюна – лишь некоторые из факторов, которые делают его одним из самых важных актеров Турции. Что говорит Туба Бюйкустюн? Туба Бюйкустюн не стала молчать перед лицом этих обвинений и почувствовала необходимость объясниться. Известная актриса говорит, что личные проблемы, которые она испытывает, носят временный характер и что каждому время от времени приходится нелегко. Он также подчеркивает, что в частную жизнь СМИ и журнального мира вмешиваться нельзя. Бюйкустюн добавляет, что продолжит свою карьеру и встретит своих поклонников еще многими проектами. Туба Бюйкустюн на первом месте. Туба Бюйкустюн продолжает выдвигать эти удивительные заявления и сегодня. Новости из Турции и мира о личной жизни, личных проблемах и карьере знаменитой актрисы привлекают большое внимание. Однако полезно призвать всех сохранять спокойствие и дождаться, пока Бюйкустюн справится с этим трудным процессом. Многие верят, что Туба Бюйкустюн решительно вернется и продолжит ее поддерживать. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете о знаменитых турках, есть на моем канале. Шокирующие обвинения появились в адрес знаменитой актрисы Тубы Бюйкустюн. Однако на этот раз новость не удивила поклонников красивой актрисы. Шокирующие обвинения против Тубы Бюйкустюн привлекли большое внимание средств массовой информации. Вот подробности этих претензий. Личная жизнь Тубы Бюйкустюн запуталась. Имя Тубы Бюйкустюн часто упоминается рядом с известными мужскими именами,
но в последнее время среди этих имен оно стало привлекать гораздо больше внимания. По мнению репортеров журнала, личная жизнь Тубы Бюйкустюн стала довольно сложной. Говорят, что знаменитый актер состоит в отношениях с известными именами. Говорят, что Бюйкустюн недавно встречалась с американским бизнесменом. Однако в то же время есть сообщение, что он сблизился с известным музыкантом в Турции. Этот сложный эмоциональный треугольник вызвал ажиотаж в средствах массовой информации. Другое объяснение – Туба Бюйкустюн и ее попытка самоубийства. Помимо непростых отношений в личной жизни Тубы Бюйкустюн, в адрес знаменитой актрисы прозвучало еще более пугающее заявление. Некоторые источники утверждают, что Туба Бюйкустюн пыталась покончить жизнь самоубийством в последние недели. Это заявление вызвало большое беспокойство среди фанатов. Однако, по заявлениям ближайшего окружения Бюйкустюн, это утверждение совершенно не обосновано. Известная актриса говорит, что пытается пережить этот сложный период с помощью психологической поддержки и сейчас находится в процессе восстановления. Ее семья и близкие друзья также говорят, что они здесь, чтобы поддержать Тубу Бюйкустюн. Ваша карьера близится к завершению. Личная жизнь Тубы Бюйкустюн и обвинения в самоубийстве могут повлиять не только на ее личную жизнь, но и на ее карьеру. Недавний спад в проектах знаменитого актера и его уход со съемочной площадки в некоторых кругах интерпретируется как конец его карьеры. Однако многие люди и фанаты, выступающие против этих обвинений, верят, что Туба Бюйкустюн преодолеет этот трудный период и продолжит карьеру. Талант и актерский талант Бюйкустюна – лишь некоторые из факторов, которые делают его одним из самых важных актеров Турции. Что говорит Туба Бюйкустюн? Туба Бюйкустюн не стала молчать перед лицом этих обвинений и почувствовала необходимость объясниться. Известная актриса говорит, что личные проблемы, которые она испытывает, носят временный характер и что каждому время от времени приходится нелегко. Он также подчеркивает, что в частную жизнь СМИ и журнального мира вмешиваться нельзя. Бюйкустюн добавляет, что продолжит свою карьеру и встретит своих поклонников еще многими проектами. Туба Бюйкустюн на первом месте. Туба Бюйкустюн продолжает выдвигать эти удивительные заявления и сегодня. Новости из Турции и мира о личной жизни, личных проблемах и карьере знаменитой актрисы привлекают большое внимание. Однако полезно призвать всех сохранять спокойствие и дождаться, пока Бюйкустюн справится с этим трудным процессом. Многие верят, что Туба Бюйкустюн решительно вернется и продолжит ее поддерживать. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.